Это пилотный проект, рекламная акция, скажем так, нашего большого пробега, который будет проходить в следующем году с июня по середину октября месяца по всей Европе, 53 страны Европы, 80 тысяч километров. Наш девиз «Футбол объединяет Европу», и это очень весомая, но все-таки часть спорта. В целом мы хотим объяснить, что спорт может объединить Европу, может объединить людей.